Герой неба. Павел Таран. Дважды Герой Советского Союза. Один из самых успешных летчиков-бомбардировщиков. В Красную Армию Таран пришел в конце 30-х. Он освоил дальние бомбардировщики. Участвовал в освобождении Западной Украины и боевых действиях против Финляндии. Войну начинал командиром звена. Первый боевой вылет совершил 26 июня 41 года. Бомбардировка немецких танков у города Ровно оказалась результативной. Павел Таран — летчик-снайпер. Он добивался исключительной меткости бомбометания, мастерски поражал малоразмерные цели на земле и в море. За время войны совершил 386 боевых вылетов, последний из которых в ходе Берлинской операции. После войны продолжил службу в авиации. Занимал высокие командные должности в системе Министерства обороны СССР. В честь авиатора назван стратегический ракетоносец ВВС России. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.